Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов из магазина Лента. Ездила я туда сама, оставила там 15 тысяч. Чек, как всегда, у меня в конце видео. Кто не хочет смотреть непосредственно продукты, смотрите чек. Кто хочет смотреть только продукты, смотрите только продукты. Ну, в общем, как-то так. Цены я не озвучиваю. В конце видео чек, который, ну, лучше уж не придумаешь, в общем. Давайте покажу закупку. Так, девочки мои все проверили. Вот там вот девочки с мальчиком играются. Вот, и вот такая вот закупка продуктов у меня получилась. Давайте начнем отсюда. Здесь у меня, как всегда, вот эти вот пакеты. И котам, и собакам, в общем, разные набрала. И здесь же не стала уже вытаскивать. Вот это вот водичку я разную, до боночку, до. Разную водичку купила детям брать с собой в школу. Также туалетная бумага, как обычно. Очень мне нравится все-таки вот этот наполнитель. Он реально комкуется. Ну, в общем, классный, мне нравится. Взяла снова. Дальше, яйца. С1. Мне написали, что кто-то когда-то кому-то сказал, что С1 это более молодые курочки. Поэтому меньше яйца. Ну, в общем, я тоже, как вы видите, решила повестись на это. Дальше еще купила куриные ножки. Здесь у меня печень. И купила сердечки куриные. Это для собак. Дальше. Нашла вот такое тесто для чебуреков. Взяла аж две штуки. Одну я брошу в морозилку. Вторую хочу сделать чебуреки. Реально хочу сделать чебуреки. Можно замесить тесто самим. Можно вообще все делать самим. Я не спорю. Но я купила. Дальше. Вареники. Тоже можно налепить вареники самим. Я не спорю. Но вот именно вот эти, морозка. Очень вкусные у них вареники. Здесь чисто картошка, без всяких добавок. Мне очень нравятся. Вкусные. И при варке они не развариваются. И тем самым они мне нравятся. Дальше здесь давайте сразу колбаску. Купила вот такую. Легенда стандарта. Легендарный стандарт. Господи, легенда стандарта. Так, еще вот такую. Имперская черкизова. Такая вкусненькая, жирненькая. Снова, конечно же, сливушки. Их у меня много в морозилке не бывает. Они хорошо замораживаются. Пока есть акция, девочки, берите. Берите побольше. И была акция на сыры снова. Не знаю. Какой-то это странность какая-то. Короче, купила вот такой сыр. Маздам. Кусочек. Дальше обычный вот такой сыр. Вот такой обычный сыр я на запеканочки всякие использую. Ну и, конечно же, купила вкусный сыр. Вот такой. Решила попробовать. Такой, кстати, не пробовала, чтобы с зеленью был. И вот этот президент. Сыр бри. Я обычно беру таким треугольничком. Не было, все было разобрано. Взяла вот такой. Вот, но очень вкусный, я люблю. Я вообще сыр с плесенью обожаю. С плесенью, со всякими добавками. Это прям мое. Мужу купила, он у меня очень любит адыгейский сыр. Ну, я взяла ему копченый. И вот этот вот появился сыр. Пряные травы плавленый. Вот этот очень вкусный сыр. Вот. Есть еще с грибами, но с грибами моим не нравится. Так, молочка. Молоко купила, ряженку. Что-то мне очень захотелось, не факт, что я ее буду пить. У меня с молочкой всегда так. Йогурт вот такой. Давайте сразу соки. Вот этот рождественский микс, кстати, он очень вкусный. Обычный вот такой мультивитамины. Ну, вот это тут разные соки у меня, это в школу. Так, дальше сливки 10%. Я использую, еще раз повторюсь, их для приготовления чего-либо. Ну, тут немножечко творожков, потому что у меня не всегда они в итоге съедают. Масло. Было на акции вот это, поэтому взяла это масло. Кстати, вот еще салат морской, из морской капусты. Муж мне тут на днях говорит, что тут, ты, говорит, давно не покупала. И правда. Дальше. Купила ему вот такую штучку. Вот, ну и я тоже с удовольствием попробую. Риет подкопченый. Не знаю, как будет вкусно, не будет, не знаю. Ну и себе все-таки мне нравится именно Балтийский берег, потому что она сделана не из водорослей, а с добавлением рыбного бульона.
Поэтому она мне нравится больше, чем вот эта здоровье икра. А мужу, кстати, понравилось больше здоровье. Вот, дальше вот такой еще алимент с огурцами и зеленью, творожный сыр. Сыр плавленый еще, конечно же, купила. Вот это вообще огонь, девочки. Вот третий раз покупаю, хренодер. У меня даже дети его едят. Очень вкусное вот это главпродукт. Прям обалденная. Ну и моему мужу я в прошлый раз покупала вот такую грибную аджику острую. Она не острая, но очень вкусная. Вообще вот этой марки очень вкусные продукты. Кто-то мне писал, что там в соке одна лимонная кислота. Не знаю. Увидела еще и вот такую аджику. Она уже такая обычная, скажем так. Тоже мужу купила. У меня муж вообще прям с удовольствием съел. Очень понравилось. Здесь также у меня... соусы, кетчуп. Вот такой соус взяла, кстати, тоже очень вкусный. Для бургеров вот такой соус. И сметанный майонез. Также взяла вот эти вот соусы. Они мне очень нравятся для приготовления лапши на сковороде вок. И не только на сковороде вок, даже на обычной. Взяла вот такой попробовать. Вот такой, мне кажется, я вот это тоже покупала. Тоже вкусный. Вот этот вот такой. И еще... для моркови. Корейская заправка, она здесь жиденькая такая. Тоже будет хорошо. И, конечно же, вот такую японскую лапшу гречневую. Я, кстати, больше всего люблю именно гречневую лапшу. Так, здесь у меня все. Давайте вот по вкусняшкам всяким. Чай, во-первых, вот этот тест был на акции, поэтому взяла его... Sunrise, ну, обычно черный. Вот эти булочки. Завтра у меня дети как раз долго будут в школе. Им дам по булочке, по одной. Кстати, она им очень понравилась. Вот такое еще печенье тоже на перекусы. Я собираю хлебцы. Видите, они с морковью, картофелем, корень пастернака. Дальше вот такие еще палочки я им в перекус даю. Крекеры обычные, вот такие нежные. Так, дальше здесь у меня баранки, это я себе, я почему-то решила, что я сейчас поем ряженку вместе с баранками, но не факт, что я это сделаю. Вот, жареную кукурузу, вот соленая, кстати, вот тоже очень нравится, вкусное колечки с солью, ну и здесь это для дома вкусные, вот такие грибочки мои 100 лет уже не ели, и вот этот тортик увидела, это медовик. Да, по-моему, медовик называется. Вот шоколадный и вот такой обычный классический. Они очень вкусные. Да, медовик шоколадный. Очень вкусные. Понравились вот в таких коробочках. Ну, я раньше как-то часто покупала, потом они пропали. Сейчас увидела снова, соответственно, купила. Дальше у меня здесь кофе. Вот такой новый. Я вообще такой не видела кофе. Решила попробовать. Тем более он стоил 999 рублей. По нынешним ценам это, можно сказать, почти даром. Мне кажется, сейчас кофе вообще килограмм по 1500. Это нормальная для него цена. Решила также попробовать хлеб вот такой. Печем дома. Я и сама делаю. Их смеси всякие пробую. В общем, по-разному. И вот такой кубанский хлеббург. Смесь для хлебопечки. Соответственно, еще дрожжи взяла. Две баночки кукурузы, фасоль красная. Взяла вот такие шпроты попробовать. Вот, вот такую килечку. Я обожаю кильку в томате с чили. И вот такую, это лентовская, по-моему, килька. Да, вот такая лентовская килька. Ну, в общем, все попробуем. Вот. Также я увидела вот такое... Я как-то показывала в покупках в Альберес, я купила вот от этой марки из пудов мороженое. Очень вкусное мороженое, прям обалденное. А здесь молочный коктейль. Решила взять, почему нет, попробовать, тем более купила молоко. В общем, клубничный, по два я всего взяла. Здесь ванильный, клубничный, шоколадный. По две упаковочки каждого. Ну, тут просто нужно добавить в... холодное молоко, взбить и выпить. Все. Вот и весь рецепт. Но вот это эспудов, у них и смеси для выпечки хлеба тоже очень вкусные. Дальше. Фрукты, овощи. Набрала тут много всего. Конечно же, вот это авокадо. Боже, как оно мне нравится. Очень вкусное. Здесь, ну, тут по весу 5 или 6 штучек. 700 грамм. Очень вкусное. Спелое, прям обалденное. Так, виноград. Купила киш-миш. Это у меня любит мужчина, а я себе вот этот тайфи. Единственное, что он очень сладкий. Но этим он мне и нравится. Бананы.
Тут две небольшие веточки у меня. Также купила сливы немножко. Сливы черные, надеюсь, что будет не кислая. Груши конференц любят у меня мужчины. Яблочки, вот такие Red Chief. И вот такие еще яблоки я взяла. Галавес. Вообще люблю галавес именно. Здесь также у меня мандарины. Бананы показывала. И египетская манго. Оно очень вкусное. Не сравнится вообще, мне кажется, ни с каким манго. Я взяла две штучки. Но они уже не такие большие. В прошлый раз у меня было одно манго на килограмм. А здесь вот уже, ну, 1,5 килограмма. Но оно стоит того. Очень вкусное. Мы с детьми с удовольствием кушаем. Так, из овощей взяла вот такой, ну, такую упаковку. Лук пари. Тоже я его использую иногда. Томаты черри были на развес, представляете? Я решила взять. Почти килограмм, получается, набрала. Так, мне еще советовали вот такой белый лук. Сказали, что он вкуснее, чем красный. Вот я взяла две головки. Правда, он как-то называется. Но у нас просто белый написано. Вот, так что взяла. Дальше помидорчики сливовидные, вроде ничего. Два огурчика. Но огурцы хорошие только вот в такой упаковке. И немножко моркови, совсем чуть-чуть, у меня здесь даже килограмма нет, ну, морковь мне нужна. В общем, вот такая вот у меня получилась достаточно большая закупка, и давайте покажу вам чек.